Всем привет, друзья, с вами Делмонкер. Сразу же хочу извиниться за то, что очень долго не было видео на канале. Это было связано с тем, что у меня были экзамены. Ну, потом после экзаменов я немного отдыхал, потом ленился. Ну, понимаете, как это обычно бывает. Вот поэтому не выходили у меня долго видео. Ну, сейчас я хочу это поправить. Если у меня будет получаться, то я буду пытаться выкладывать по 2 видео в день. Ну, попробуем еще и стримы на выходных. Ну, не знаю, посмотрим, как получится. Ой, случайно. Так. Ну, а сегодня мы проходим вот эту игру. У меня английский не очень, поэтому лучше уж вы сами прочитайте, чем я буду пороть название. Так. Давайте пойдем на классический. Ну, я слабовато играю в игры, поэтому... Ну, давайте сложно. О, я даже сложно поставил. Я думал, это средний, это сложный. Так, заставочка. Заставочка, заставочка. Не рисую. Читайте сами, короче. Ай, ладно, надоело ждать. Так. Ждем, ждем, загрузочка. Так, война начнется. Так, все понятно. Обучите шахтера. Будет сделано. Шахтер обучается. Так, коснитесь шахтера, чтобы управлять им. Тут даже такое есть. Неплохо, неплохо. Так, так. Угу. Так. Вау, это прикольно выглядит. Так, мы продолжаем. В атаку. Ну, с двумя... Ну, ладно, с двумя войнами. Так. Можно так пролистывать. Так, а это получается у нас база противника. Неплохо, неплохо. Чуть потише сделаем музычку, а то мне иногда вообще не слышно. Ну, мой голос. Да, я говорил это все зря, не стоило своих воинов подвергать такому. Да, но один из них тоже выигрывает. О, лучники. Все. Ладно, ладно. Так, сейчас попытаемся побольше шахтеров наварить, чтобы денежки быстрее приходили. Что за молния, кстати? Так, угу, это надо закупать, значит. Ясно, ясно. Ну что ж, денежки, денежки. Пускай пока там, на защите постоят, что ли. Та-т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 а
Давайте еще парочку свалим. Ну, чтобы совсем слабыми не быть. И пойдем уже, наверное, по чуть-чуть в атаку. Что ж, пошли в атаку. Вот они бегут на войны. Ну, против одного лучника, мне кажется, они должны справиться. Я на всякий случай еще буду варить. Ну, они очень довольно-таки быстро. Так, насколько я помню, они должны поломать вот эту стару. Блин, ничего себе сильнее. Да, уж поторопился я насчет этого. Ладно, ладно. Вот все, сиди дома. Сиди дома, сиди дома. Наварим сейчас все побольше тогда. Так. Ну, в принципе, их-то и не так-то уж и мало. Так, ну, надо побольше. Все-таки. Такс. Я, насколько понимаю, они тоже могут на нас нападать, да? Давайте лучше вот так будем делать. Будем смотреть, если нападают они на нас или нет.
Что у нас там с войском? Ну, нормально, мне кажется, хватит мне их сделать. Так, ну, начинается у нас битва. Стекают наши войны кровью, но побеждают. Лучники, конечно, сильные, но слабые. Логично. Так-с. Ну что же. О, помощь под ногу пришла. Надеюсь, мы солдаты все-таки справятся, а то надоело уже проигрывать. Скажем так. Давайте ломайте эту статую, ну уже побыстрее, пожалуйста, пожалуйста. Есть, слава богу. А, все, они даже не продолжают нападать. Понятно, понятно, но это хорошо. 4 минуты у нас бой занял. Ну, прилично, если честно, очень даже много. Так, открылись лучники. Что еще открылось? Угу. Понятно, понятно. Так, я могу покачать своих персонажей. Ну что ж. Покачаем шахтеров, наверное. Давайте. Ну, вот так. Ой, блин, хотел это прокачать, ну да ладно. Все равно придется прокачивать. Мне кажется, чем быстрее, вернее, чем больше ты золота добываешь. Так, тут можно что-то купить. Ну, все, что я могу купить пока что, это вот это. Так, давайте одну купим. И посмотрим, что же она делает. Так, вот видно теперь, сколько у нас тут уровней. Такс, такс, такс. Посмотрим. Так, засада. Ваша армия была атакована аборигенами. Подкрепление прибудет на закате. Продержитесь до подкрепления. Ну, попытаемся, попытаемся. У нас немного времени. Готовьтесь к бою. Ничего себе вы шустрые. Скажем так. Да тут никого нету. О нет, похоже, нападение из засады началось. Блинский, блин. Да не, пускай пока работает. Да, блин. Боже, нельзя. Ну да ладно, да ладно. О, они неплохо заработали. 2 лучника. Так, ну эти лучники, как понял, только в защите у нас слушают. Это немного нехорошо. Ну да ладно. Сейчас вспомнил мем. Да ладно. Да этот. Тан-та-тан. Музычка прикольная. Ну, игра неплохая, оптимизированная, неплохо вроде. Мне нравится. Я поиграл в такую. Мне даже интересно, какие там дальше будут войска. Ну, пройдем эту игру до конца. Никто не бежит? О, бежит кто-то. Блин, блин, блин. Атакуйте, атакуйте, давайте. Сейчас надо себе наварить побольше шахтеров. Блинский, блин. Все плохо. Давайте, убейте их. Мочи, мочи. Так. Так, ну вот пока что справляется нормально. Защита справляется со своим делом. Такс, такс, такс. Там прилично у вас шахтеров, так что не думаю, что есть нужда покупать новых. Блин, блин, все плохо. Нет, не убивайте моих. Труганов не мочи, труганов не мочи. Надеюсь, запись не прервется. Если не вот, ну давайте тогда это доиграем. Вот, и тогда уже другое видео выйдет. Ну, посмотрим, как будет ваша активность. От этого все и зависит. Посмотрим, как вы будете активны. Давай, 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 блинский, блин, блин, блинский. Фу, красавчики. Так, ну давайте варитесь там. Давайте тогда, получается, вот этот уровень пройдем. Кстати, недолго осталось, солнце зайдет вообще. Так, немного осталось продержаться.
пройдем мы вот этот уровень, получается. И будем на этом закругляться. Ну давайте уже посчитайте, ну что сами. У нас накопилось много золота. Не забывайте. О, да, кстати, прилично золото накопилось. И вправду прилично. Сейчас себе. А, все. Уже все, уже поздно. Они пошли спать. У них детское время закончилось. Так, ну что же я могу на этом сказать? Сейчас поулучшаем свое войско, так скажем. Готово. Так, ну что ж. На этом наш видеоролик подходит к концу. Если вы хотите видеть больше роликов на канале, пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии, какие игры мне еще проходить. Мне очень приятно, у меня появляется мотивация что-то делать для вас. Ну, а с вами был я, Дайлмонгер. Всем хороших игр, всем удачи и всем пока, друзья.